Hi guys, today I want to show you the best video on Russian roads. Now we are situated in North Forest, and I want to show you the best roads here to off-road. And please look, especially for Japan people, look and make like that and sign on my channel. Thank you, look video, all the best. Чья-то метка, да, что не проезжает машина? Походу. Красиво тут, знаешь. Не говори. Капканы, знаешь, такие. Я думаю, дальше заедем, можно будет и грибов посмотреть. Так. А грибы уже там были. Видел. Я видел только плохие грибы. Ну, веселых грибов я не видел. Веселые на гнилушках обычно растут. Дорожка пошла. Понял, какая она машина. Зверь. Слушай, мне даже нравится вроде. Ёпку, ну и все, где-то слева сейчас летит будет. Hi guys, again we stop our engine because this is a very beautiful place. This is a small town, and my friend want to show and explain what is the place. Please follow me, we will show. This is a gate of the town in
Forest, town Solitude, The Elder Scrolls V Skyrim. This live action role play begin in 2013 and it's been a very wonderful time of my life. Now follow me and we'll show you a little bit more place of this building. This play was 1 month ago, and now we see something remaining after that good play. So feel what people was only yesterday. Some cans, bands. It's normal for Russian people, but it's not so important. But you see, it's very very beautiful place, very good place, and we see very good woods. Like something like that, okay? Ну что, вот такие ульи, да? Да. Это у нас такие ульи для ролевок. Всего скорее это ульи, потому что у меня больше нет идей, что это может быть. Поэтому я думаю, что это ульи. Что, пойдем дальше? Пойдем обратно, наверное. Нет, дальше, да, идти в магазин. Там уже охота отдохнуть и тут бродить краски. Дальше, он тоже хотел что-то. Мелочи, приятно, блин. Поленится. I think we can continue our voyage. Maybe Danny, you want to continue and speak, make additional about this place. You want to say something? Something. Something. Okay. This place is very important for me because my first visit to the role place. It's all at this place, this. So, okay, we finish with this place. We will continue our voyage on the good roads. Please, let's go. Почти в окно залетели брызги. Здоровая, она такая, знаешь, длинная. Увязана, я думаю, что вот этих небольших людей это все становится. Да. Постараться. После этого дня я полюбил этот автомобиль. Кому так?
Вот это дерьмо. Вот так мы и закончили снимать обзор. Короче, приплыли, да, получается? Да, все, короче, приехали, блядь. Японская машина против русских дорог, блядь. Русские дороги. Дин, наша машина, ноль, блядь. А, сука, что делать теперь? Подойди, ну пойми, блядь. Фу, сука. Грязно, блядь, сыро, блядь. Противно, блядь. Под лицо останемся, блядь. Медведями, блядь. Знаешь, что надо, короче, парни, блядь, потолкать придется вперед. Комментируй. Снимаешь, да? Да, снимаю. Guys, now we have small problem. Trouble. This is now we will try take out our car. Now we in deep forest and unfortunately this happened. We will see. We will see what we will do. But situation not good. To be continued. What the hell? What the fuck? What the fuck? Короче, Даня, я буду немножко буксовать, подсовывай палки, блядь, какие-то хуй. Ну, блядь, буду пытаться нахуй. На ходу, блядь. Главное, чтобы сам в лужу не нырнул, а то плавать не умею. Я думаю, вперед. Не сильно только газуй. Это вообще не держится, блядь. Блядь, нихуя. Раскакивает. Погоди, погоди, не газуй пока. Да говорите на английском. Fucking shit. Бля, Антоха, давай это самое, давай мы будем на русском говорить, не надо ничего говорить. Ну ладно, давайте на русском говорить и так далее. Ну говорите чего-нибудь. Чего говорить, мы работаем, блядь. Сам процесс снимай, как дождь сверху капает, как в лужу копаемся, блядь. Ну можно потом звук будет убрать, да. Кроссовок, он смотри, какой пиздатый, блядь. Ебись. Терять-то уже нечего, блядь. Не хочешь покрутить? Давай. Аккуратненько. В ту сторону, по часовой? Да-да, по часовой. Я пока посмотрю, что происходит у нас там. Срамы. Павлю. Теперь надо, блядь, пускать его на эти доски, блядь. Тут точно убедиться, блядь. Оффроуд, блядь, удался, нахуй. Может уехать, блядь. В любых сериалах говорят, что хуже не бывает. И после этого идет дождь. Кажется, что мы накакали это дело. Кажется, люди уже точно обязаны после такой хуйни подписаться на тебя. Иначе никак. Russian fucking shit. Эти люди не знали, что творят. Мы знали, на что мы шли, но мы не были готовы к этому. Скажем так. Это чуть это сколько? Окно-то открой. Давай, Серега, твои комментарии по происходящему. Полный пиздец, ребята, что случилось, не поверите мне. Только что выехали из этой канавы. Решили найти объездной путь, блядь, нихуя. Короче, подзаблудились, да еще и бензин, блядь, закончился.
Вот. Хорошо, что запасливый человек взял с собой сухую одежду. Вот, сейчас разжигаем костер. Братуха костер разжигает, блин. Вот. Сейчас переоденемся, буду помогать ему. Ну и думать надо, что делать дальше, блин. Где бензин искать? Ну я думаю, за ночь-то найдем, может, где. Да, я, говорит, в лесу заправки бывают, блин. Хуй его знает, блядь. Как оно, правда, нет, блин. Ну, под грибами-то всякое, конечно, можно найти, блин. Так что так, блин. А ты, Антоха, что думаешь, как выживем тогда? Я думаю, переночую в машине, а там уже видно будет сюда. Сюда будет видно. Ну что, оператор Антонио, мы из-за тебя, наверное, все-таки здесь оказались, блядь. Во всем всегда виноват оператор, блядь. Ну, по-любому. Погоди. Он там мучит. Костер погас, блядь. Антоха, что там мучишь? Да я пытаюсь сделать все красиво. Ты идешь хавать-то или что? Сейчас иду, подожди. Давай. Сейчас я фокус настрою. Ой, бля, ладно. Держи хлеб, хватай. Чё там у вас? Хорошо, что я запасливый полбуханки взял и икры заморской кабачковой. Дед, что-то мы, мне кажется, задубеем тут, нет? Бля, ну есть такое. С нашим костром-то особенно. Сейчас разгорится, все нормально будет. Живай. О, у меня ещё хлебочка. Блядь. Уже бумага какая-нибудь. Слышь, блядь, что-то охуенно. Я хотел, я знал, что мы попадем в такую ситуацию, надо было взять, блядь, это скажи. Мясо хотя бы, сосисок каких-нибудь. Блядь, канистру бензина надо было запасную с собой взять, это во-первых. Там сами себе, короче, делать бутерброды, блядь. Все, кончился костер, походу. Голодные люди, блядь. Ну, короче, просветает, я думаю, мы что-то придумаем, блядь, потому что сейчас уже смысл куда-то рыпаться, что-то искать, блядь, нету вообще, блядь. Да, вау, там заморская. Все, все батареи, блядь, сели, но тоже догадались, блядь, ни зарядки, ничего не взяли, блядь. Ни пауэрбанков, ни хрена, блядь. Оксана, прикол-то сейчас, блядь, даже. Сука, бензина, так бы хоть от машины бы зарядились, там, без микровода есть один. Может, клеветку сделаем? Чтобы от машины зарядиться, сначала завести надо. Ручной. Что? Ручник, ну ручную хуйню сделали. Ну, электростанцию же сделали. Блять, это было. Вы в этом электричестве. Пизду. Зайцев запряжем, блядь. У тебя что, камера снимает, что ли? Да. Угу. Наши приключения. Ну что, ничего. Сейчас, блядь, на нас вот эти, скажи, волки сбегутся, блядь. Угу. На заморскую кру, да? Хотя... Блять, слушай, кто-нибудь дома сказал, что домой приедет, когда и во сколько будет? Нас хоть знает? Я не говорил. А, да, ну. Так что, ребята, найдут нас как вот одну пару, блядь, через 15 лет, блядь. Где-нибудь в лесу, блядь. Около коса, знаешь, ты замерзший топливо. Ладно, короче, я портфель убираю, блядь. Угу. Давай, короче, оставим, блядь. Жету. С утра надо будет за грибами, наверное, тебе сходить. Мне кажется, сейчас надо сделать грибы, развести костер нормально. Сделать. Этот же хотел по грибам пойти. Че костер-то не горит, блядь? Да меня заебало это уже, Даня, блядь. Сегодня нахуй с костром, блядь, вожусь. Я же понимаю, что ты дров привез, блядь. Так надо что-то помельче, блядь, чтобы разжигать. Блядь, поменьше. Нету ни хрена, блядь. Единственное, что было на куски разломано. Нихуя себе тут леса, блядь, сколько надо. Леса, блядь, иди сам грызи, блядь. У нас ни топора, ни пилы нету, блядь. Леса, блядь, дохуя, говорит. Охуеть. Ну понятно, что он сырой сейчас, так, блядь, надо что-то придумать. Розжиг уже закончился, блядь, его костра нету. Похуй, ветки пособирать. Че нервничаете, а? Руки, блядь, они мели нахуй с этой в воде, пока с этим домкратом возился, блядь, полдня. Че вы нервничаете, нормально все? Да хули не нервничаете? Да пиздец нормально, блядь, ебанешься башкой, блядь. Да, да, да. Ну в скольки километрах от города хотя бы, хуй его знает, почему? Потому что трубки сели у всех, блядь. Да я, блядь. Так а зачем вообще? Я же говорил, давай развернемся. Ты говоришь, блядь, дорога нахуй там, блядь, объезд какой-то, блядь. Какой нахуй объезд, блядь, пизду. Блядь. Дорога, блядь, я помню, что ли, в этом лесу последний раз лет 5 назад был, блядь, не раньше надо. Кто-то канистру не взял, кто-то дорогу забыл, все молодцы хули, блядь. Надо просто было не тормозить, да? Не? Ну да, не останавливаться я, на одну лужу. Не знаю, сейчас, короче, докурю, блядь. Хотя я не курю, да, нихуя, блядь.
Надо распределиться, где-то спать, уже темнеет, да. В машине места мало, блядь. Хули она купочная, блядь. Угу. Кому-то делать-то шалаш придется. Да похуй, лучше шалаш, блядь. Ну-ну. Грибов ладно, возьмешь и ладно, шалаш. Определимся, ладно, хочешь. Посмотрим. Потока, хорош, давай в пизду. Давай, Даня, наливай. Хорошо, блядь, запасливые люди взяли пиваса тут немножко с собой. Говори. Мелочи приятно. Я только один стаканчик, потому что я за рулем. Ага. Ну ты еще не скоро за руль сядешь к утру, только так что можно не один, наверное, да? Че, оператор, давай к нам еще, Антоха. Рука в кадре. Рука в кадре. Давай, голова в кадре, блядь. Давай, ну там. Стаканы можешь не вынимать вообще. Да, да, да. О, ты еще ничего, ты выпил. Ты с собой нас не закрываешь, не? Ну, может, и закрываю, не знаю. Ну, давайте за... Залез, блядь, за костер. За охуенную эту встречу. Нет, вот это за неожиданности, или как это? Как за форс-мажорное обстоятельство. Форс-мажор, блядь. Чтобы такого больше не приключалось. Слышь, у меня. Не, мне кажется, это за хорошее приключение. Мне кажется, самое тема. Это когда да. Мы еще вот так приедем и просто... Попадем в такую передрягу, это да. Ночь в лесу, это, по-моему, охренено. Жалко палаток нет, но, кажется, в следующий раз возьмем палатку. Нахуя палатки? У нас некоторые в шалашах спят. Да, ничего, нормально. Нет, смотри, мы возьмем по палатке, а он шалаш еще по привычке. Грибов и наберется, и все. Я тут у вас прямо это, заслуженный грибоедов, да, блядь? Ну, грибоедов, да. Нормально такая. Куда он денется? Костер уже зажгли, блядь. 40 еле, минут спустя. Еле-еле, блядь. Сейчас все занес. Ну сейчас ну, где-то да, минус, не... минус 7, наверное. Минус 7, блядь. Минус 7. Плюс 7, мне кажется, 8 подобили. 7-8, не больше. Смотри, надо просто одну полежку потом. Горящую машину, чтобы было не холодно. Давайте сожжем машину, чтобы согреться, конечно. Бензина нет, ничего не загорится. А до дома пешочком неплохо дойдем. Что тут километров? 100-120? Не знаю. Далеко, блядь. Ого! Скажешь, ну где-то 30 проехали. Вряд ли, больше. Нет. Это тебе показалось, просто медленно ехали по 7 ялам этим. Не, ну может быть 35, блин, так. Нет, сюда может быть и больше будет, оказывается, что мы далеко заехали. Вау. Ну чё, всё, нет? Ну давай, ладно, что надо идти спальники. Понимаете, что-то уже подзаебался. На дачу. Спальники спалить. Куда я чё, за грибами? Поехали, чё? Ой, бля. Знатный день был, конечно. Ну что, ребята, вот мы в машине сидим, в лесу. Честно говоря, непонятно, где находимся, блядь. Вот, надеемся, блядь, что завтра с утра мы разберемся с этой проблемой. Найдем где-то бензин все-таки, может кто-то будет проезжать мимо или еще что-нибудь, блядь. Антоха тут уже прилег поспать. Он с фонарем не освещает с последних сил. Тоже вымотался весь, блядь. Да и я. Да я тоже тут, блядь, ковырялся. Просто как бы ролик немножко не так планировался сделать, но раз уж так пошло, так надо как-то ну, играть, как оно есть. Ну, поэтому сникер с ней, не тормози, едим, надо что-то кушать. Там еще хлеб остался немножко. Хлеб, нахер, хлеб как-то не очень. Пиво можно еще попить. Ну, прилечь. Ну, что еще сказать? Даня у нас расположился там у него, блядь, свое место. Но я думаю, он сюда еще придет, блядь, потому что там холодно. Там нихуя не холодно. Даня, ты где там? Давай сюда, блядь. Походу не слышит, блядь. Чего? Че такое? Эй, да, бля, я там до места дойти особо не успел. Мне какая-то хуйня показалась, может вместе проверим, сходим, нет? Бля, для надежности. Что там? Что за хуйня, блядь? Что-то тебе, блядь, кажется, блядь.
что ходишь до полночи, бля, говорю, в машину залезай уже, ты ходишь, что-то бля, ищешь, бля. Блядь, ходил, ё-моё. А нахуй надо, блядь. Как нахуй надо, а чё, машину несешь? Вон, 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 блядь, я же говорю. Что за хуя? Да вон. Бля. Да это, мне кажется, ветка какая-то. А какая нихуя? Ветка? Ветка двигается, блядь. Если, блядь. Ну нахуй. Ну нахуй. Да ёбнешься, блядь. Ну-ка нахуй, я буду в машину, там ствол возьму. Подожди, блядь, нихуя себе, блядь. Что за приколы, блядь? Ебать его в рот, блядь. Сука, ствол, блядь. Чё, где? Кто там, блядь? Кажется, хуйня какая-то привиделась, блядь, не? Блядь, да ладно, вон же, блядь. Да ну нахуй, иди сюда! Ебать, она убежала! Что это было, блядь? Хуй его знает, блядь. Чё за приколы, нахуй? Блядь, и костёр потух самое что прикольное, блядь, нахуй. Блядь, вот костёр это жопа, ты конечно, блядь. Заебался его нахуй разжигать. Да он же хорошо горел, блядь. У тебя сколько патронов тут ещё, блядь? Блядь, штук 6 ещё есть, до 7 зарядный. Да это, походу, женщина какая-то, нахуй. Думаешь, надо... Ты боишься женщин? В лесу в 3 часа ночи, блядь? Ты ебани... Блять, я оглох, ты чего? Тихо, побежала вроде. Что-то было вообще, блядь. Пойдемте посмотрим, что там, нет? Да ебал я в рот смотреть, нахуй, в машину надо садиться. Давай боевые, нахуй, доставай, блядь, в пизду. Холостыми стрелять, блядь. Что не поможет. Давай врубай, что ты стоишь, сигареты. И ой, что это было, блядь? Сейчас, подожди, наведу фокус. Что там было, блядь? Даня, это что у тебя за дамский свечок, блядь? Да хотя бы какой-никакой револьвер, что тебе не нравится, блядь. Пуха как пуха. Это, конечно, да. Пиздец, блядь, что делать? Бежать-то, понятно, некуда, блядь, куда? Может, пойдем посмотрим, нет? Пасов, блядь, не насмотрелся, нахуй, мало, блядь. Бля, тихо, тихо. Чё? Шорох какой-то. Шорох, блядь. Чего тихо там? Где, где, где? Шорох какой-то. Где, где, там, где вы? Бля, да ну нахуй, смотри. Откуда, блядь? Чего? Где? Блядь, пиздец, нахуй, это что еще? Блядь, нахуй, иди сюда, чё, блядь. Блядь. Ебать, сука. Патроны кончились. Что это, нет? Куда? Через, блядь, что это такое, нахуй? Куда я ходит, сука? Блядь, лужа. Короче, блядь, давай сигаем, нахуй, машину. Да блядь, иду, блядь, машину. Ну что, короче, GoPro-ку посадил, сидим, блядь, в машине. Мы уже целый час здесь сидим, и не знаю, чем мы ждем. У меня еще целая батарея есть, блядь. Я пока, нахуй, поснимаю, блядь, пока есть возможность. Пока сидим. Вообще, есть смысл что делать, а? Хуй его знает. Там вообще у нас вариантов нету, парни, блядь. Сидеть только ждать и все. Пока расцветает. Не знаю, мне что-то как-то стремновато, не? А что стремновато? Блядь, мы целый час сидим и ничего не происходит. Странно, тихо как-то вообще. Ну, блядь, даже птицы так-то не поют. Вообще никаких звуков нет в лесу. Хуй его знает, блядь. Лучше хорошо, что нету, блядь. Сейчас засветает, да и, блядь, что, и будем уже что-то делать с бензином, решать вопрос, блядь. Ты видишь там, да? Чё? Блять, один это вижу, да? Чё такое там опять у тебя, блядь? Видишь там? Нет. Чё за хуйня? Ебаный в рот, блядь. Бля! Да ну нахуй, блядь! Пизду ебал!